Приехала к Икее, еле нашла ее. Здесь вот с автобана надо было там все время крутиться. Вон там шильд автобан. Обратно мне придется тоже, наверное, на автобан. Хотя я хотела по городу проехать. Соседний город Вупперталь. А она меня, навигационка, все равно полдороги на автобан послала. А я к этому не была готова. Я так быстро заскочила в машину до этого. И неудобно сидела так вот. И мне так было неудобно по автобану ехать, мои дорогие. Ну, сейчас уже пойдем. Кея, такая вот, ну, большая, такая вот большая парковка. Там еще половина вон свободная даже. Большая половина занята. Мои такие тортики знаменитые. И вафлю с ванильным соусом и с вареньем. И кофеек такой с сахаром. Заплатила за это 7,20, мои дорогие. Я в Икее сейчас. Здесь такая вот штука. Здесь так вот. Завтрак со мной в Икее, мои дорогие. Чек уберем. Сахарочек положим в кофеёк. У меня такие вафельки. Я с причесочкой, с очками, очки сниму. Дорогие, я вчера сделала прическу русской девочки. Как вам? Напишите в комментариях. Для салфеток, это тоже для салфеток, не это для салфеток, такие печи. Постельное белье. Офисных папиров для бумажек всяких, такие вот штуки 15 евро. Купила в Икее сейчас такой вот для своих бумаг с тремя отделениями такими. Такой вот шкафчик стоит 10 евро, 9,90, мои дорогие. Потом для швейных принадлежностей, иголок, ниток, такую коробочку. С крышкой она стоит 3 евро. Без крышки 1,50 евро. Потом досточку такую купила для кухни резать. Одну выкинула и сразу новую покупаю. Она для шпюльмашины geeignet. Для машинки этой подходит. Так. Потом такую интересную штуку купила. Это для книг. Так вот. Вот этой штукой в полочку вставляете и держит книги
на одном уровне, чтобы они не падали. Она так классно смотрится издали. 4 евро стоит. И этот для обуви. Ну, как обувь одевать. 70 центов. Это я на работу возьму, мои дорогие. Ну, вот это все покупочки мои. Так, сейчас еду уже домой. Собрала. Все так запаковала хорошо. Там это вот. Все плотненько так положила, мои дорогие. Боже, кто тут? Сири в Apple я заговорила. Я никогда с ней не разговаривала, мои дорогие. Сейчас. Ужас. Не пугай меня, Сири.